Доброе утро, страна! В студии прямого эфира «Добрый ранец, Беларусь» снова с вами. И прямо сейчас у нас важная миссия. Какая? Вернее, не у нас, а у нашего фитнес-инструктора Оли Миневич. Всех разбудить и всех вот раззадорить, скажем так. Создать Скажи хорошее мне, настроение. Олечка, в чем секрет твоего сияющего всегда настроения и улыбки такое? Это все спорт. И глаза блестят. Это все спорт и любовь, наверное, спорт тоже. И любовь. Да. Ну, и любовь к спорту. В общем, все сразу. Все вместе. Ну, да. Рассказывай, что мы будем сегодня делать. Сегодня будем делать интересное упражнение. Все мы это делали уже, выпады, но мы их совместим. Мы будем делать выпад вперед, назад и сразу же в сторону. И это будет один раз. Это будет сложно, но сегодня пятница, и будут выходные, можно будет расслабиться, поэтому последний рывок, напрячься, да, и будет прекрасное настроение на целый день у вас. А мы делаем так 15 раз на одну ножку и 15 раз на вторую. Затем будем делать то же самое, только пружинку. Делаем 10 раз пружинку, возвращаемся, тоже назад выпад, пружинка. Дышим. Так усложненный вариант уже. Да, пресс напряжен. Хорошо. И в сторону тоже. Пружиночка легкая. И возвращаемся. Делаем так 15 раз по 10 секунд на каждый выпад. Вперед, назад и в сторону. И делаем на вторую ножку то же самое. После зарядки я рекомендую просто обязательно сходить в душ и облиться холодной водой. Как раз такой светлый, хороший праздник. А нырять? Почему же ты не предлагаешь? Ну, если это уже это каждое как самочувствие, это, конечно, здорово. А вы будете сегодня нырять? Ну, вот я уже успел, скажу. Да, Глеб, а вот Вера Владимировна, видимо, не собирается. Он меня уговаривает, а я все еще созреваю, честно. Я ищу компаньонов, скажем так, в этом деле непростом. Я думаю, что да, и Глеба заставим еще второй раз, то, чтобы уж наверняка. Ну, такой компании Глеб не сможет сказать. Я думаю, что да. Спасибо большое. Спасибо. Были рады тебя видеть. Всего хорошего.